на канале НТВ продолжается премьерный показ детективного сериала «Золото». В сюжете с 10 по 12 серию, выход которых ожидается 17 февраля, мы увидим, что Гоша с Антоном находят в шахте килограммы самородков. По пути назад по реке их замечает парень из племени Катуанов Такой. Антон с Гошей планируют сбыть золото через Чалпанай, после чего Антон собирается выйти из дела и уехать с Натальей как можно дальше. Но встречу с Натальей прерывает печальная весть: уйгуры убили Саны. В то же время в ресторане, где работает Анюта, объявляется ее бывший парень Артем и начинает шантажировать. Чтобы склонить Чалпанай к сотрудничеству, Антон и Гоша решают похитить ее дочь Ясмину. В ходе транспортировки золота не раз меняет хозяев, но в итоге снова оказывается в руках героев. В это время в Москве подполковник ФСБ Ольшанский занимается разработкой Ержана, местного представителя власти. В Турачан направляется его помощник Трофимов. Однако их цель не разоблачить коррупционера, а подгрести золото под себя. Гоша, решая очередные проблемы, предлагает Ясмине заняться Мартой за $1 миллион. Она соглашается. Трофимов следит за домом Гоши и за Анютой и видит, как та убивает Артема. Тем временем разработка шахты идет полным ходом. Появляются и новые проблемы, на этот раз с катуанами. Премьера новых серий состоится 17 февраля на канале НТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.